Джорджевич, нападающий Тульского Арсенала. Ваш вопрос, коллеги. Как проходит, не знаю, ваше становление, вообще интеграция в коллектив, потому что все-таки вы, наверное, одним из последних, получается, прибыли. Что здесь можете сказать? Ну, проблемы нет, все в порядке. Некоторые ребята из команды уже знаю. Вот, понимаю русский, говорю по-русски, так все очень спокойно. Коллеги? Ну, точно, в принципе, команда из Ленинграда, почти из «Зенита», будет нас хоть чуть-чуть принципиально. Ну, не будет. Я думаю, что у нас важная игра происходит в воскресенье. Команда, которую нам надо выиграть дома и готовимся к этому, ничего не интересно, там только три очка. А забитые мячи? Конечно, забитые мячи. Как оцените свое состояние, там, физическую форму, если брать там 100%? Ну, я чувствую себя хорошо. Прошел сбор из команды «Зенит», сейчас уже две игры сыграл здесь, так что я думаю, еще чуть-чуть и все будет на 100%. Коллеги, все. Спасибо огромное.